В нашей мастерской мы перебрали уже добрую сотню мостов, унемок. И у нас накопились некоторые детали, которые были выбракованы с этих мостов. Ну, в основном по причине ржавчины. И выкинуть их рука не поднимается. Особенно ввиду теперешней стоимости новых запчастей. Ну и поставить их мы в свои мосты, которые после капремонта предложить заказчику, мы, конечно же, не можем. Соответственно, а хотя, в принципе, надо ехать, как аварийный запас, вот еще можно рассматривать. То есть проблема в основном вот. Побит ржавчиной. Конечно, эксплуатировать такие шестерни нежелательно. Но как аварийный запас, если нет возможности, допустим, держать в запасе новые шестерни, можно рассмотреть и эти. Поэтому мы сейчас предлагаем их к продаже. Шестерни бортовых редукторов у него 404 и главные пары. Главные пары — такая же проблема. То есть зубья физически они целые, не сколотые, но пятна контакта, то если почистить, будут видны каверны. Вызванные ржавчиной. Ну, тут обычно, то есть она в основном целая, но где-то внизу, где вода попадала, там вот будут несколько зубьев с такими повреждениями. Подшипники мы безжалостно выкидываем, это уже не первая бочка. Не первая бочка, которую мы сдаем металлолом. Ну, скоро выкинем, видимо, и вот это, если не пристроим в хорошие руки.